Всем привет! Хочу вам показать видео о своих пустых баночках. И давайте начнем. У меня закончилось средство для мытья посуды. Оно концентрированное с экстрактом шалфея. Аромат у него свежести и достаточно приятный аромат. В объеме он идет 500 мл. Средство это было по какой-то акции, я его приобрела в Faberlic. Ну, осталась я им довольна, хватает его надолго, мне его хватило где-то на 3 месяца. Но если так его брать, то дороговато по цене, но по акции возможно, то берите. Не пожалеете, оно действительно экономично. А так обычно я всегда пользуюсь АОС, и оно мне как-то нравится больше, я бы не стала его менять, так уж мне хотелось попробовать, и вот... Не осталось, как бы не разочаровалась. Далее у мужа закончилось средство гель для бритья. Это с маслом пеника лугового в объеме 200 мл Skin So Soft. Ему оно очень понравилось. Когда-то я смотрела отзывы на YouTube, также о пустых баночках у девочек. Советовали средство, говорили, что оно экономичное и хватает надолго. Да, действительно, это все так. Ему оно очень понравилось. Также я у него тоже его брала. Отличное средство. И будет еще, я его еще закажу. Дальше у мужа также закончилось от Palmolive Men. Это свежая лаванда ультраохлаждение. 2 в 1 для тела и лица. Я для душа, в общем. Сейчас скажу. Аромат такой морозный. Морозной свежести я чувствую аромат. Вот, ему он понравился, он говорит, очень охлаждает, он у меня любит с такими охлаждающими эффектами, потому что мы когда в баню ходим, он его берет, и после такого жара отлично очень помыть голову с ним, говорит, охлаждает очень. Так что я всем советую мужчинам, отличное средство. Дальше у меня закончилось это от Avon Advanced Technic гладкость шелка. Это у нас ополаскиватель. Бальзам отличный, мне понравился этот ополаскиватель. Почему бы и нет, я бы его еще раз повторила. Дальше, это моя самая-самая любимая шампунь закончилась. Увлажнение и цвет, всем ее советую. Кто не пробовал, обязательно попробуйте, вы останетесь довольны. Она отлично промывает, хорошо пенится. Аромат у нее безумно приятный. Это... гранат и масло камелии, я не знаю, по аромату чем больше, какие, наверное, камелия пахнет, не знаю даже, как описать, классный у нее, очень классный аромат, у меня это в объеме 250 мл, заказывайте, не пожалеете. Следующее у меня, я выкидываю коробочки от духов, вот такими духами я сейчас пользуюсь, это City Sex in Gold. Классный аромат, очень мне понравился, я недавно показывала, мне его муж подарил. Вот здесь какие нотки. Здесь у нас мускус, малина и примула, и фрукты. Классный аромат, если вы встретите, то берите такой. Дальше от Avon Instinct. Выкидываю коробочку, ароматом сейчас я пользуюсь в данный момент. Аромат... поначалу мне вообще не понравился, он мне показался очень сильно резким, пахнет каким-то мужским ароматом. Но потом, когда он немного выветрится, минут через 15, он раскрывается совсем, совершенно по-другому. Аромат у него становится цветочный, приятный, очень классный аромат. Так что первое впечатление обманчиво бывает. Следующее я выкидываю... флаконы от паст зубных. Это у нас Colgate, как обычно мы таким пользуемся. Нормальная паста, ничего не могу сказать плохого. Обычная стандартная паста. Дальше мы вот такую пасту Parodontal тройное действие. Покупали мы ее в хозяюшке, я не знала, какая она. Ну, паста нормальная, она без фтора. Хорошо очень освежает, и мне она тоже понравилась. Следующая тоже паста, это цитрусовая мята от Faberlic. Эта паста
Мне нравится больше всего Фаберлик. Она классная, пахнет, запах у нее апельсинками, и она мне понравилась. Дальше у меня вот такой карандаш закончился от Avon. Это обычный черный карандаш. Я потеряла уже сам, вот выкинула коробочку. Карандаш очень хороший, всем такие советую. Дальше мыло. Мыло осенний вальс. Это я заказывала на аптека.ру. У меня было два таких. Один с облепихой, другой с клубникой. В обычно одинаковых упаковках, но клубничное мыло отличное было. Оно не мялось, ничего. А это мыло как сопли просто. И мы не знаем, как его допользовать. Оно у нас лежит, уже мало осталось, но оно очень нам не понравилось. То ли потому, что вкус разный. Я даже не знаю, почему. Одно нормальное было, а вот это безобразное вообще. Дальше в баню мы брали вот такое мыло. Это детское, красавчик с экстрактом ромашки. Классное мыло, оно натуральное, белое, хорошее очень мыло. Без каких-то красителей, без добавок. Всем советую пользоваться таким вот мылом. Хорошее. И последнее, что у меня закончилось, это ватные диски. Я всегда покупаю обычные, вот папе. Всегда такие беру и остаюсь довольна. Вот и все мои пустые баночки. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.